Счастливее сегодня стал и ленивец из Челябинского зоопарка. Сотрудники сделали ему лучший подарок на День влюбленных. Животному привезли подружку из соседнего Екатеринбурга. Она у нас с характером, она такая, спуску своему мужчине она не дает. Вот иногда может чуть-чуть побуянить. Вот такую девушку с характером привезли недавно в Челябинский зоопарк. Животные нашли общий язык. Вкусы ленивцев совпали даже в еде. Оба любят сладкий красный перец. Вообще рацион у них очень разнообразный на самом деле. Едят они орешки, едят яблоки, манго. То есть, ну, все плодово-ягодные. Вот. Хлеб с вареньем иногда, но это редко. Это называется у нас вкусняшка. Мед иногда чуть-чуть совсем, то есть раз в месяц мед. Ветки малины тоже, ветки яблонь. А еще обязательно душ по утрам, иначе может испортиться шерсть. Самка ленивца сразу же подружилась с самцом, и теперь животным не придется в одиночестве справлять День влюбленных.